Друзья, всем привет! Сегодня у нас первый в нашей жизни мини-влог на этом канале. Куда мы приехали, мам? Парк «Остров мечты». Это парк аттракционов в Москве. Сейчас должна подойти Настя с Эльдаром, и мы уже скоро будем заходить. Наши приехали, короче, теперь мы идем покорять остров мечты. Шагом марш. Мы уже внутри, здесь очень красиво, очень большая площадка на самом деле. Вот такие здесь есть всякие виды. Здесь очень много, кстати, фонтанов внутри. Я подошла поближе к этому медведю, на самом деле он очень высокий. Еще вот эти шарики, они такие глянцевые, такие прикольные. Такая большая площадь вообще. Смотрите. Приколдесно. Для детей вообще самое то. Мы уже купили все билетики, поэтому идем в сказку. Кстати, Смурфики когда-то был мой любимый мультик. Конечно же, вход. Вход строго в масках. Но это нам время не портит никак. Да, Настя? А почему без маски? Нет, я тут все стою в масках, они все без масок. Алло! Говорят, здесь очень большие очереди. Но надеюсь, мы успеем покататься на всех каруселях. Не знаю, буду ли я снимать вам все, то есть все карусели. Возможно, будут моменты, когда я просто, может быть, не буду успевать. Может быть, у меня закончится память, так как я снимаю все на телефон. Да, короче, мы зашли. Приколдес, я же говорила. Мы решили начать с чего-то более простого. Мама там сидит в соседней, и это снимает. Короче, вот так вот мы здесь сидим. А я еще буду вот так вот. Слушайте, разгоняется, прикольно. Очень круто. Ильдар, короче, сел в кресло и такой: не, знаете, я передумал и не поехал. И мы такие: здрасте! Просто под ногами, когда земля почувствовалась, я такая: наконец-то! Прокатились мы вот на этой горке. Ну, не могу сказать, что мне очень понравилось. Но я хочу покататься здесь! Блин, офигенно! Мы уже два раза прокатились на этой карусели. Это, короче, мой фаворит. Реально, эта карусель лучшая из всех, которые здесь есть, ну, по крайней мере, для меня. Здесь много крутых, но именно это почему-то мне вот запомнилось. Пришли в какой-то Дино объект. Здесь находящийся. Здорово, мамань. Мамань, здорово. Так, ну привет, друг. Что ты нам скажешь? Скажи привет. Не хочешь говорить привет? А, он кричит, выходит. Сейчас мы туда пойдем. Эй, привет! Как дела твои? Вулкан. Страшный такой.
едем на шоу динозавров в театр мечты. Скала, которая выполняет желание. Сейчас поедем на вот такой вот крутилке, она вот так вот крутит. Мы сейчас пойдем на такой аттракцион, который я потом вам сниму, что это такое. И просто до свидания. Катались, остались только гонки. Все карусели очень крутые, мне здесь очень понравилось. Также нашему ребенку Эльдару тоже очень понравилось. Сейчас мы ходим по городу Смурфиков, куда-то в какую-то башню Гаргамеля зайдем. Кстати, да. Сейчас будем на планете обезьян летать. Уже скоро закончится наше путешествие, закроется парк. Мы весь день были здесь, мы ничего не ели. Но это прикольно, мы поехали! Друзья, мы такие уже уставшие, измотанные, просто лохматые. Где мой хвост, который был? Его уже нет. Время 22:00, и парк уже закрылся, а мы уже выходим. Вот эти прекрасные двери, которые нас сюда пустили. Не хочется уходить, я на самом деле в последние 5 минут мы запрыгнули в еще одну карусель, еще раз покатались, короче, вообще прикольно. День мне очень запомнился, конечно же. Здесь, кстати, музыка такая сказочная, ну, поднимает такое настроение того, что сказка все-таки существует. Друзья, обязательно дезинфицируйте руки, обязательно руки, да, Эльдар? Дезинфицируйте, пожалуйста, свои ручки. Носите масочки, перчаточки. Я такая без масочки, без перчаточек такая. Здравствуйте.
И уеду куда-нибудь. Давай, давай, поворачивай. Уеду. Повору. В другую сторону. Что-то мы все разные. Остров мечты подарил нам исполнение детских мечт. Может, мы так и до дома поедем, а? Конечно. Давайте. Поехали. Поехали в остров мечты. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Нам читать счастье небо голубое наше. Ну что, куда едем, девочки? Майки. О, колеса крутятся. Куда? Да. Девушка, вы куда едете? Объясните. Я на скорости 0,001 еду километра домой. Это мой сотрудник, он мне помогает водить в первое время, пока я не научусь. Ну, в принципе, заворачивать я уже научилась. Покажите. По кучкам, по кучкам, по маленьким листочкам. Я купу. Передачу включи. Ну все, приехали. Кто следующий? Такси, такси. Кто меня довезет? Довези. Можно идти в остров мечты. Наш день закончился. Огромное спасибо, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, что вам такой формат понравился. Если понравился, напишите в комментариях обязательно. Мы будем снимать такое чаще, да, Эльдар? Да. Да. Конечно, мы не каждый день ходим в такие места, но у нас есть что вам рассказать и показать, поэтому огромное спасибо за подписку, за лайк, за комментарий и за то, что разослали это всем друзьям, чтобы они тоже посмотрели и узнали, что же такое. Московский новый парк, остров мечты. Поставьте лайки и подпишитесь, пожалуйста.